В Новосибирске приступили к текущему ремонту дорог. Пока погода не позволяет применить классическую технологию, слишком холодно. Небольшие ямы заполняют так называемым холодным асфальтом. Почему его можно использовать даже когда на улице ниже нуля, узнал Александр Сульдин. В Новосибирске приступили к ремонту дорог. Медлить нельзя, талая вода заполняет выбоины, замерзает по ночам, разрушает асфальт. В то же время классическая схема ремонта не подходит, пока слишком холодно и влажно. Обычная асфальтовая смесь остынет по пути. Дорожники вынуждены применять только зимние технологии, одна из них – холодный асфальт. Холодный асфальт – это как готовый пищевой полуфабрикат. Все в одном пакете, достаточно просто высыпать в яму. Здесь его еще и разогревают до температуры 280 градусов, чтобы лучше склеивался. Ямку предварительно очищают, высушивают, нагревают, высыпают смесь из пакета, снова нагревают. Остывает, можно ездить. По словам дорожников, такая заплатка продержится год, даже если ее сделали при минусовой температуре. Достоинство технологии – быстрота и возможность работать даже при отрицательных температурах. Недостатки – можно заделывать только небольшие выбоины и высокая стоимость материалов. Чтобы высушить ямы, используют инфракрасный разогреватель. Таких в Новосибирске всего два – в Советском районе и здесь, в центре города. Бригады с такой техникой сейчас трудятся с повышенной нагрузкой всю смену на дорогах. В зоне ответственности ДО-1, к которому относятся эти рабочие и техника, четыре района – Заяцовский, Центральный, Железнодорожный и Октябрьский. Десятки километров магистралей и проездов. Нам по-хорошему минимум по одной установке на район, потому что не вывозят ребята, не справляются. Ям у нас очень много, мы физически не успеваем закрывать, производить поддерживающий ремонт. Сегодня днем холодным асфальтом заделали часть выбоин на Октябрьском мосту. Далее бригада отправилась на Нарымскую и на Димитровский мост. Александр Сульдин, Алексей Андробаев, Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.